Ты мой единственный. Это хорошо. Ведь других-то все равно нет. Важное открытие. Мы обнаружили дикого голубого ару в дебрях Амазонки. Мы не единственные. Их, возможно, целая стая. Мы поможем Линде и Тулю найти их. Мы? Кого это она имеет в виду? Городская птица, недавно научившаяся летать, отправляется... Подождите! В дикие джунгли. Мы едем в Амазонию. Ура! В этом году... Прощай, вонючий городской воздух! Неужели мы нашли их? Ты кто? Откуда заявился? Эй, отвали! Папа! Папа? Я стал дедушкой! Здравствуйте, сэр! Зовите меня деда! Дети, не раздавите деду! А для тебя, сэр? Создатели ледникового периода представляют... С возвращением! Роберто? Привет, я спутник жизни жемчужинки. Что это еще за Роберто? Так вот они какие, голубые ары. Голубчик, жемчужинка. Это мятные леденцы. Их едят. О, нет, 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 не всю пачку. Чуть много, давай, держи. Невероятно. Педро, Ника. Докатились. Мы могли стать легендой. Хотя мы и так супер-пупер круче некуда. Ты со мной согласен? Луис. Эй, пернатый, ни пуха, ни пера. Да свадьба заживет. Роберто. Поживете пока у меня. Все тут сделал своими крыльями и мышцой. Найджел. И впервые на экране Габи. Скоро на моей улице будет праздник. Не умеешь — не берись. Хорошо, пупсик. Он такой мачо. Рио 2. Назад, дикарь! Как мило.